Узнайте, как правильно поливать ель после посадки. Ну, поливать ель надо довольно обильно, после посадки особенно. Прям, чтобы стояла вода. Хорошим напором. Не стесняйтесь. Сейчас я ее полью и так, чтобы вода стояла прям и после этого, конечно же, каждый день поливать. Тогда она будет у вас расти. Вот так, чтобы вода стояла, по крайней мере, первый раз это точно. Каждый день ее поливать так, пока она не приживется, не даст новый побег. Естественно, полоть. Хотя это трудно будет сделать, но пройдено все это, так что возможно. Но сама посадка очень трудная, вот так вот садить. Здесь около 500 штук. Кто получает сеянцы по 50, по 60, по 100 штук. Вам можно рассадить маленько подальше, но опять же на эти 2 квадратных метра и поливать так стоять. Ну, это займет у вас буквально 15 минут в день. Тем более сейчас после посадки она, ее надо хорошо залить. А потом можно поменьше. Там ясно будет, что вся земля до завтра не высохнет. Поливали дней 5. Потом можно и корневина дать. Ну, если вы будете поливать хорошо, я думаю, корневин вам не понадобится. В общем, как-то так, уважаемые подписчики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго, спасибо.